день! Сегодня на стенде батискафа на выставке фестиваля «Золотой дельфин» один из отцов-основателей Андрей Вадимович Макаревич. Я знаю, что вы только с Сочи вернулись практически и прямиком в гостиный двор на «Золотой дельфин». Правда. А это любовь к подводной охоте вас движет? Ну, Сочи бывает раз в несколько лет, в честь Олимпиады. А дельфин раз в год, но все равно достаточно редко, поэтому... Вы уже успели обойти выставку? Еще не успел, сейчас побегу. Вы уже посмотрели, я знаю, некоторые новинки на стенде Буша. Да, сразу уже посмотрел новые костюмы. А в этот... Вы в этот раз интересуетесь больше подводной охотой или дайвингом? Да и тем и другим, наверное. А за последний год где-то удалось побывать? Времени хватало, чтобы понырять в удовольствие? Ездил, выкрыл неделю с сыном, съездил на Сейшелы. Не потому что ожидал там что-то новое под водой увидеть, а просто с младшим как-то интересно было. Ну, это дайвинг, да? Да. А сын тоже увлекается? Ну, у него меньше опыт, но, в общем, да. Но вы приобщаете к прекрасному. Да. А подводная охота удается как-нибудь в течение года хоть где-то понырять да поохотиться? Зимой не люблю, а весна и осень обязательно. В этом году поедете? Поеду. А куда-нибудь какой-нибудь турне, сафари, что-нибудь такое? Маловероятно. Нет на это времени, потому что не больше 2-3 дней обычно удается вырвать. Ну что ж, в любом случае мы вам желаем хороших трофеев, насладиться выставкой и провести хорошее время. Спасибо. Спасибо вам.